This love is like the ocean that's crashing over me. It's like falling rain on the driest plains, as far as eyes can see. Долго встречались, Кирилл долго ухаживал, добивался. В один прекрасный момент сказал, надо жениться. И сделал предложение, ну, в кафе, правда, это было. На дне рождения мы познакомились, у лучшего друга. Ну, увидел, сразу приметил ее так, очень понравилось своей улыбкой, своим позитивным настроением. Ну, прислушивается ко мне очень сильно, слышит меня всегда, что я хочу, как я хочу. Никогда не предаст. Умеет отстоять меня, постоять за меня. Как я приехал в отель, то мандраж у меня уже был. После того, как я начал примерять костюм, все сильнее и сильнее. Я места себе не находил. Но в итоге, когда увидел невесту, так думал, если честно, в обморок упаду. Когда он подошел, на нем не было ли там, очень переживал. Я даже испугалась в какой-то момент, что с ним. Свадьбу мы ждали уже около года, наверное, я так думаю. А подготовка к ней очень долгая была. Сегодня на банкете, я думаю, будет все очень-очень круто. Все уйдут с позитивным настроением, конечно. И будем танцевать, зажигать, отрываться по полной просто. Мы запомним этот праздник навсегда. Spirit lives in high.